Представьте себе, вы проснулись и узнали, что стали мультимиллионером. Что вы сделаете первым делом? Может, купите дом своей мечты? Или супербыстрый автомобиль? Знаю. Наверное, яхту? Но понимаете ли, не у всех желания похожи. Так одному уборщику удалось доказать, что все ошибались насчет его интеллекта и финансовой состоятельности. К 92 годам его состояние составляло 8 миллионов долларов, и он заработал все сам. Его история, однако, очень необычна. Мы, как правило, считаем, что если у человека мало денег, он мечтает о роскошной жизни, какую мы все наблюдаем в соцсетях. Большой дом, огромный бассейн, куча гаражей с гоночными автомобилями и нескончаемый отпуск. Но некоторые люди довольны тем, что имеют, и умудряются идти по жизни с удовольствием. Перед тем, как я продолжу, я задам вам один вопрос. Если бы вы были миллионером, что бы вы сделали со своими деньгами? Отдали бы часть на благотворительность? Расскажите в комментариях. А теперь вернемся к истории. Рональд Рид родился 23 октября 1921 года. Он вырос в крошечном домике в Вермонте, где его семья держала ферму. Будучи ребенком, Рональд обожал школу. Каждый день он проходил примерно 6 километров до старшей школы в Брэттлборо. Он проделывал один и тот же путь 7 дней в неделю, пока не закончил школу. В 1940 году он стал первым человеком в своей семье, который получил диплом, и это было большим событием. После этого он ушел в армию на 5 лет. И к 1945 году вернулся в Брэттлборо. Приехав в родной город, он сразу устроился заправщиком на автозаправочную станцию Хэвиленда. Он проработал на ней 34 года. Где-то в 1979 году, когда ему было около 58 лет, пришло время выходить на пенсию. Но он был на это не настроен. Он хотел продолжать работать, быть занятым. Ну, вы знаете, новый день, новый доллар. Так что, уволившись с заправочной станции, Рональд стал подрабатывать уборщиком в местном торговом центре. Там он проработал следующие 17 лет. Но у Рональда был секрет. Он не только был тихим работником, он еще был и тихим инвестором. Так в какой момент Рональд стал тайным миллионером? Откуда он знал, куда вкладывать деньги без риска? Сейчас я вам все объясню. Давайте посмотрим правде в глаза, ребята. Чтобы понять, как инвестировать в фондовый рынок, нужно многое изучить. Сначала поговорим об образе жизни Рональда и его трудовой этике. Рональд все держал в себе. Он любил рубить дрова и разъезжать по городу на своей подержанной Toyota Yaris. Ему также нравилось коллекционировать марки и монеты. Можно сказать, он был очень скромным человеком. На самом деле, большинство горожан говорили, что мистер Рид не производил впечатления человека с большим капиталом. И все местные жители были шокированы, когда узнали о его состоянии. Его юрист, однако, кое-что знал об этой ситуации. Причина того, почему никто не верил, что этот человек богат, заключалась в том, что он скромно одевался и был экономным. Когда Рональд впервые обратился к адвокату, она решила, что денег у него совсем немного. На нем было поношенное пальто, обычная фланелевая рубашка и видавшая виды кепка. Он женился на любви всей своей жизни, которую встретил во время работы на автозаправочной станции. С ней и двумя детьми он переехал в дом, который купил за 12 тысяч долларов. У него никогда не было своих детей, но Рональд любил сводных как собственных. Он помогал им закончить колледж и заплатил за их обучение, потому что очень верил в важность образования. У Рональда также были прекрасные отношения с коллегами. Из-за его внешности некоторые думали, что он нуждается в финансовой помощи. Однако, когда они попытались помочь, он вежливо отказался. Рональд был просто очень скромным человеком. Даже приблизившись к возрасту 90 лет, он предпочитал парковаться далеко от места назначения и ходить пешком, а не платить за парковку. А еще он любил ежедневно завтракать в кафетерии местной мемориальной больницы. Он заходил туда каждое утро, заказывал чашку кофе и английскую булочку с арахисовым маслом. Он всегда садился на одно и то же место, пил кофе, расплачивался, а потом продолжал свой путь. Он всегда носил старое зимнее пальто, застегнутое на английские булавки. К сожалению, больничный кафетерий закрылся спустя пару лет, и Рональд нашел новую кофейню. Вот тогда он открыл для себя Friendly's и начал завтракать тут.
Так совпало, что директор по развитию местной больницы был постоянным клиентом этой закусочной, и он посоветовал Рональду посетить ближайшую библиотеку. Когда Рональд услышал об этом, его глаза заблестели. Он получил свою библиотечную карточку и начал каждую неделю набирать книги стопками и с энтузиазмом их изучать. На самом деле, он влюбился в очень специфическую газету – The Wall Street Journal. Рональд любил бывать в библиотеке, поэтому всегда ездил туда на машине или просил кого-нибудь из детей отвезти его. Он часами изучал фондовый рынок и правила инвестирования, пока не определился, в какие компании стоит вкладывать деньги. Вот так он тайно нажил свое состояние. Он был настоящим волшебником в выборе акций и знаний фондового рынка. Рональд начинал с малого, пока его депозитная ячейка не превратилась в постоянно растущую стопку акционных сертификатов. Он разделил свои деньги на категории, а затем чаще вкладывал меньше денег в различные компании, вместо того, чтобы тратить больше денег на меньше компаний. Это обеспечило безопасность его деньгам. Если что-то пойдет не так, это не очень сильно ударит по его состоянию. Ведь сумма, которую он потеряет, будет незначительной. Он стал вкладывать деньги спустя несколько лет после начала работы на заправке и довольно долго держал акции наиболее крупных компаний. Вот что помогло его деньгам приумножиться. Он также инвестировал в акции, по которым выплачивались дивиденды или бонусы, если не использовать профессиональные термины. Таким образом, он мог использовать эти деньги, чтобы купить еще больше акций. Рональд не был технически подкован, поэтому он по-прежнему был сосредоточен на компаниях, о которых читал в библиотечных книгах. Когда он ушел из жизни, у него было более 95 акций в разных отраслях, а именно в телекоммуникациях, здравоохранении, товарах потребления, железнодорожном транспорте и коммунальных услугах. Никто в его семье не знал, сколько у него денег. Все думали, что его зарплата уборщика едва хватала ему на жизнь. Когда он стал старше, здоровье начало ухудшаться, и его положили в ту же больницу, где он ежедневно завтракал. Именно тогда он нанял адвоката, чтобы тот помог с его состоянием. Рональд оставил около 2 миллионов долларов двум своим сводным детям и друзьям. Пожертвовал 4 миллиона 800 тысяч мемориальной больнице в Браттлборо и 1 200 000 библиотеке, в которой обучался. Рональд предпочитал оставаться в тени, но в то же время хотел, чтобы его знали по его работе и его делам. Однажды он разговаривал со своим приятелем и сказал ему: «Было бы неплохо, если бы мое имя было на здании». Но сразу после этого пожалел об этих словах. «Нет-нет-нет!» и покачал головой. Самое важное, что совершил Рональд, это то, что он отплатил обществу и людям, с которыми прожил всю жизнь. Больнице, в которой завтракал, библиотеке, в которой изучал фондовый рынок, и своей семье, которую любил. Итог. Рональд был богат, но далеко не только деньгами. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к AdMe.